Всем привет! Вы на канале Back to Play. Здесь мы играем в игры. С вами Илья и наша новая рубрика 8 бит. В рубрике 8 бит мы с вами будем играть нам одной из самых моих любимых приставок. Это приставка Dendy. Вот она. Это прекрасная малышка. И начнем мы с вами с серии Никетсу, а именно с хоккея. Или как мы его называли в детстве, хоккей без правил. Игрушка вышла в 92-м году. Игра японская, выходила вообще только в Японии. Может, конечно, какое-то переиздание было, но оригинальная игра выходила только в Японии, поэтому, сами видите, игра на японском. На японском, но, в принципе, что в 92-м году, ну, наверное, скорее в 96-м где-нибудь, что сейчас, разобраться не составит труда. Так, давайте мы поймем, что к чему. Для начала мы выбираем наших хоккеистов. Возьмем вот этого самого крутого парня. Возьмем очкарика обязательно. Очкарика. Возьмем чувака с бровями. Где он? Вот, чувак с бровями. И чувака в очках. Так, поехали. Чем знаменита серия... Я уже забил гол. 1-0. Чем знаменита серия Никетсу? Серия Никетсу знаменита тем, что это офигенно веселые игры. В основном это спортивные игры без правил. Без правил. То есть можно подходить и... как. Сейчас я покажу, что можно делать. Сейчас, секундочку. От, сука! Можно подходить и бить соперника. Клюшкой, рукой, ногой. Можно вот так закирачить его. А чё как просто-то все. А еще серия знаменита тем, что здесь можно делать коронки. Коронки можно делать. Вот сейчас мы только вспомним, как их делать, и я сразу покажу, как делать коронки. Те сам, блять, снова забили. Пресловутые коронки. Чего, е? Да. Что-то пока у нас этот самый. И им просто забивать, и нам просто. Блин, а как же делать коронку-то? Как тыть можно? Сука. Иди в жопу. Помню, мы в эту игру рубились столько времени, что и не сосчитать. Да. Еще, естественно, есть футбол без правил. Есть волейбол, там вышибалы есть. Но, вот как по мне, так хоккей. На! Бля, подожди, как же делать коронку-то? Как по мне, хоккей прикольнее всего. Прикольнее всего хоккей. Сейчас мы научимся делать коронки, потому что я, как всегда, не готовился. Я то есть я включил, и мы погнали сразу. Чтобы было интересно и мне, и вам. Но коронки мы сейчас научимся делать обязательно. Так, это... Так, у нас одна кнопка – это пас, а вторая – удар. А, во-во-во! Нужно держать. Так, ну это обычный сейчас забили. Сейчас мы им жопы-то надерем! Надерем жопы этим. А кто это, кстати? Что-то я не поглядел. Сука! Да ну! Да! Что-то как-то очень легко забивать. Может, конечно, это потому, что это начало сезона. Мы, наверное, в сезон зашли, я так понимаю. Там не очень было понятно. Ты сука! Дай мне попробовать коронку сделать. Блять! Да, дай мне шайбу. Сейчас мы добьемся результата. Мы сейчас... Блять! Сука! Не отстают наши эти соперники-то от нас. Вот. Давай! Да не, ну это какая-то херня, это не коронка. А как же делать коронки-то, а? Друзья, если вы знаете, как делать коронки в этой игре, напишите в комментариях. Потому что не факт, что у меня сегодня получится хоть одна коронка. Но если вы знаете как, то напишите, и мы попробуем еще разок. Вот, еще разок, уже с коронками. А если вам вообще нравится серия Никетсу, так напишите тоже об этом, что вам нравится серия Никетсу. И мы будем играть во все игры в серии Никетсу. Там куча игр, куча. Так. Так, сейчас, во, давай, один на один, выход, бам, да, блять, почему ж коронка-то не получается?
Там коронки-то очень прикольные. Рыбу можно запускать. Не, ну это херня. Так. Может, надо с паса как-то делать? Может, надо, типа, пас дать и потом уже... И короночку запустить. Блин, как же... И главное, что и эти не делают никакую коронку, я одну. Так. Да, блядь. Ну, хоть забили. На! Эть. Не, наверное, надо спаса как-то делать. Может быть, спаса. Попробуем. Эть. Давай, эть, давай. Сука. Эх, время кончилось. Ха! Мы это, ведем. Давайте возьмем каких-то других парней, потому что что-то у нас... Давайте возьмем вот этого бразильца. Я хотел посмотреть название команд. Не смогу я посмотреть, как видите. Вот, возьмем очкарик обязательно. Очкарик. Давайте этого парня тоже возьмем. И возьмем с бровями. Не будем брать этого, как его там, в очках, крутого парня. Потому что что-то он не крутой никакой. Блять, ух ты, сука. Ну... Почти получилось. Только это какая-то обычная слишком коронка. Хотя, может, только в футболе можно рыбу-то запускать. Не знаю. Да иди ты нахер. Лови. Вот так. Так, погнали, я понял. Нужно дольше держать. Вот она, матушка! Ха-ха! Вот она, короночка-то! Вот так вот. У всех должны быть разные коронки. У каждого персонажа. Очень странно, что эти товарищи, которые наши противники, они тоже как бы не делают коронок-то. Ок, так. Сейчас, давай, вот сейчас. Эть, давай, блядь. Даже самая коронка получается почему-то. Они по-любому должны быть разные. Еще, по-моему, если насколько я помню, здесь разное покрытие на поле будет. Тут бывает, типа, во, он злой, злой. Сейчас будет крутая коронка. Не, какая-то не крутая. Он когда злой, короче, там злые коронки получаются. Точно, я помню. Во, давай, сейчас мы залупим короночку-то, давай. Да ну, нет, херня. Ну-ка, иди, давай, сука. Ну все, он уже не злой у меня. Бля, вот я как-то помню, надо спаса как-то делать. Вот спаса вообще круто получается. Так, да ты, сука! Так, тихо, а почему не меняется у меня персонаж? Давай, оп, оп! Блин! На самом деле, никогда меня не интересовали спортивные игры, типа там футбол, хоккей и вся прочая эта история, но эти игры, конечно, заняли... Хорошее такое, крепкое местечко. И в памяти, и вообще. Да как хоть, блядь. Надо, короче, возможно, чтобы они разозлились. Во, вот это злой у меня. Давай, лови. Лучше, блядь, не зимис. Улетел. Да ты! Давай попробуем, короче, спаса. Сейчас попробуем спаса. Не, ну мы как-то должно же получаться-то. А ну давай, шайб, сука. Давай. А так, сейчас будем пробовать спаса. Давай, пацаны! Пацан-трек, где вы тут? Блять, кому пасовать-то? Во-во-во, точно, он прямо... Да блин, ну это понятно все уже. Да, так, ну-ка дай. Так. Блин, ну тут не получилось тоже спаса.
Да, блядь. Давай, я пасую, пацаны. Да ну, блядь, кому хоть ты пасуешь-то? 10-4. Мы ведем. Мы ведем. Хорошо. Так, давайте... Ну тут что-то выбора-то мало, кстати, из этих, из персонажей. А команду нам никак не выбрать, да? Другую. Может просто у этой команды коронка такая, и все. Может быть и так. Я что-то не очень помню-то. Может у каждой команды своя коронка. Тут что-то какая-то коронка-то такая. Я вот в футболе помню, там банан был, рыба. Вот это было, да. Ну здесь тоже должно быть. Должно быть, по-любому. Ах ты, сука, ай! А так. Мастерски. Так, сейчас спаса. Пацаны, пацаны, ловим. Оп! Блять! А чё не... Как-то... Я хорошо попал-то. Чё-то он не сбил. Чё-то он не сбил никак. Давай, лови! Оп! Блять! Сука. Иди в жопу. Куда нахер? Ну, это тоже какая-то... Ай, но все равно... Нет, не забили. Смотри. Не забили. Вот так. Вот так. Ну, это какие-то слабенькие удары-то, на самом деле. Можно... Можно лучше. Можно лучше. Можно лучше, блядь! Так... Сейчас мы... Ну-ка, давай! Давай, держись! Держись! Ну, это опять такая же коронка. Блин, как же делать-то, а? Блин. Может, а может, надо стрелочку держать в какую-то другую сторону? Давайте попробуем. Ну, блин, это тоже такая вот коронка-то. А если вообще долго держать, ну, наверное, устанет перегреться. Скорее всего, если вообще долго будем держать, прямо, наверное, нам пиздюлей навешивают, пока мы держим. Сука, так и знал. Ну, тут такая же коронка. В общем, возможно, сейчас мы это пройдем, может, нам какую-то другую команду дадут выбрать. Просто, может, у этой команды такие коронки слабенькие. Может быть и так. Да, сука! Да, блин, иди нахер! Во, он злой! Тихо, сейчас мы... Ну-ка, иди сюда. Давай, где там злой мой? Где мой злой? А где злой-то? Бля, он уже не злой. Ну, сука. Ну, это понятно. У них злой теперь. Теперь у них злой. Во, у меня злой есть. Отлично. Давай. Тут злой лови. Лови, сука, иди нахер. Иди. Ну, отдай, блядь. Давай сюда. Где он у меня? Давай. Парнишка. Хуя. А, во, еще можно, да, когда он злой, по-моему, можно такие штуки делать как-то. Тихо, ловим. Эй. Эй, сука. Так, где мой этот злюка-то мой? Давай, иди сюда. Блядь, это сзади меня тоже преследует какой-то ублюдок. Что такое? Пенальти? Какие нахер пенальти? Чё-то я такого вообще не помню. Чё случилось-то? Это им пенальти было? А чё мы не били? Ну, это-то всё вот уже понятно, что так можно бить. Ну, чё-то я даже не знаю. Чё-то даже не знаю, как этот... Как там короночки-то проводить? Коронусики-то. Так. Причем самое интересное, что вот они тоже не проводят коронки-то. Вот и перегрелся. Перегрелся чуть-чуть. Попробуем спаса. Блять. Че так это криво пасуем-то? Парни. Ну-ка, соберитесь. Соберитесь, блять. Ап-ап-ап! А, все, время кончилось. Но мы этот надрали им. Жопу-то. Тут что, еще какие-то тренировки, что ли, будут? Какие-то тренировки еще? Ладно, это
Не, ну а как же, другую команду нам уже не дадут, да? Мы только в сезоне можем это, значит, играть. Ну, хорошо. Во, у нас новые персонажи появились. Отлично. Сейчас, возможно, они дадут нам. Вот этот чувак с поднятой бровью будет у нас. Вот такой паренек. Очкарика нахер. Вот такого возьмем. Все, поехали, готов. Во, это эти с палками кендо или как там вот эта херня-то называется. Ну-ка иди сюда, кендо. От, сука, нет. Где мои-то, пацаны? Оп-оп-оп! Вот сукины дети! Нет! Блядь, я какие-то... Дай мне шайбу, сука! Куда? Вратарь такой... Да кого-то херня ничего не видит, конечно! Там же не видно нихера! В защите там этой, в киношной! Да ты сука! Эти пожёстче стали, не смотри-ка, они не ждут прямо сразу, прямо... Не, навешивают! Да, сука, иди нахер! Дайте-ка мне попробовать короночку-то этими пацанами. Может, получится. Нет, нет, блядь! Ну-ка, дай сюда, блядь. Сука, какие твари, а! Ёб твою... Парни, где вы? Ловите? Да, блядь, как кривой-то, блядь. Вот так вот. Да, да вот, блядь. Да, дай паста кому-нибудь, да, дай сюда. Вот, давай лови, чувак с этими, с бровью. Он должен крутой быть. Да, блядь, да, тут, суки, а. Не дают. Эти, вот вратарь у меня, ну как бы это я, конечно, вратарем играю, но вратарь у меня отменный. Отменный. Таких, вот, чувак с бровью. Сейчас мы... А, другой чувак. Ну какая разница-то? Не, ну тоже какая-то обычная атака. Не получилась коронка. Но главное, что мы ведем в счете. Ведем в счете этих киндошных киндошцев. Так, а теперь... Во, вот она короночка-то у них была. Ну, значит, тут есть коронки-то все-таки. Видимо, короче, у каждой команды своя коронка. Походу так. Ну что-то какие-то короночки-то слабенькие все равно. То есть, видали мы и покруче. Видали мы и покруче, чем вот это. А куда? Давай лови, лови! Эх, сейчас бы круто было через все поле-то. Как это там в хоккее-то? Айсинг называется, блядь, проброс типа, да? Кто там знаток хоккея у нас? Давайте, расскажите. Ну-ка, блядь! Вот так. Ну, слабенько, но тоже... Тоже удар. Не, ну, по всей видимости... Тихо, на, пас, пасуем. Да ты заебал, да, дай мне коронку сделать, тварь. А чё мне не злятся-то они совсем? Чё-то не злые какие-то. Мои пацаны-то. У меня вратарь вообще просто на защите всей херни стоит. Так, сейчас попробуем спаса. Нет, спаса не будем пробовать. Блин, иди нахер, отъебись от меня. Да сука! Как хоть тут вас обыграть-то, блядь? Да будет заебал ты, сука, гребаный вратарь, иди в жопу. Ну, это понятно. У них вратарь вообще никакущий. Просто никакущий вообще. Так. Пробуем. Так это не тот все равно персонаж-то. Ах, время кончилось. Давайте, короче, мы уберем, наверное, вот этого персонажа, который основной, потому что возьмем вот этого чувака с бровями. Очкарика вроде тоже... ну очкарика, давай очкарика возьмем, хорошо. Вот это сейчас у нас будет чувак с бровью, он самый основной будет. Сейчас попробуем короночку им сделать. Да сука, они прямо не дают, прямо никак сделать-то. И сами не делают, блядь, и другим не дают, а? Хоть бы, ну, ах, вы твари, а? Забили все-таки. Как вот тут энергично они начали тайм-то, а? Так. Давай!
Куда, блядь? Ну-ка иди сюда. Иди сюда. А в чем мне не зляться, нихера? Да ладно, вратарь у меня отличный. Отличный вратарь. Так, а куда поехали-то? Лови! Пасую! Да ну это херня опять какая-то получилась. Давай мне сюда. Ну-ка иди. А ну отстой. Ох ты, сукины дети, а? А я тоже хочу такой командой играть. Я могу? Бля, они прямо начинают догонять. Начинают догонять. Давай! Не дают, вообще ничего не дают сделать. Они прямо этот, ну, жесткие уже, типа. Первый... О, мой злой! Злой! Дай злому! Дай злому, он сейчас всех разнесет нахер. Да где он у меня? Где мой злой? Где мой злой? Хуя не... Ну, сейчас все злые будут, блядь. Да, вратарь! Абарам! Да куда? А чё они, блядь, какие-то заторможенные у меня? Вот где-то покруче пацаны будут с этими, из киндота. А где злой-то? А, злой все уже больше не злой. Подобрел. Так правильно, из-за ворот-то кто делает-то? Вот так вот он по жопе-то сейчас всем. Сука. На! И вообще насрать на мои удары. Вратарь. Так, врат... Нет! Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда, блядь. Вот так вот. С прыжка. Блядь, у них оружие мощное это. Эти палки, правильно, мне-то клюшками херачу что-то. Ничего не делается. Так, ну вратарь у них вообще, конечно, никакой. Чё с этим случилось? Чё такое? Да ты все хорош. Дайте мне, я сейчас забью гол. Да как хоть... Бля, как быстрее-то кататься можно? По-моему, вот в футболе, по-моему, можно было быстро как-то бегать. А тут, типа, и так быстро. Да хорош! Дай мне сделать-то чего-нибудь. Да баб! Да ёб твою ли мать! Каким образом-то? Ладно, сейчас давайте просто хотя бы отыграем счет. Вот так. И так-то не получается. Ты глянь-ка. Кривые у меня какие-то, товарищи. Оп! А что такое? Вратарь у них вообще, конечно, никакой. Нет, нет, блядь, сейчас что, конец? А, это второй, да? Отлично, у нас еще есть один тайм, период. Как там правильно-то? Вот. А, поехали, поехали. А, бля, мы выбрали этого. Опять, ну и хер с ним. Нам нужно выиграть хотя бы. Хотя бы выиграть. Потому что что это, мы проиграем этим уродом, что ли? Не должно такого быть. Сейчас мы выиграем. Что-то поначалу-то мы прямо надирали им жопу, а теперь уж какие-то проблемы возникли. На, вратарь, у меня вообще сказка. Сказка. Вот так, все ловит, вообще непробиваемый. Блядь, где там мои эти хуеплёты-то, где они? Что-то музыка какая-то заиграла, такая нервная прямо. Да ладно, что нервничать-то? Блядь, вот, хуя у меня вратарь, вот это вратарь. Так, так, итак, идем. Вот чувак с бровью. Сейчас мы, короче, попробуем чуваком с бровью. Оп, оп. Обводочка, обводочка. Пам! Где? Чё мои-то какие медленные? Куда вы все? Чё? Почему вы такие медленные? Вот у меня только вратарь хороший, остальные все какие-то мудаки какие-то. Ничего не могут вообще. Чё это такое? Вратарь у меня, конечно, знатный, знатный. Оп! Ну, это что такое? А чё, где... Чё коронка-то не получилась? А могла бы ведь, а? Сейчас-то вот был шанс короночку-то применить. Да, давай, лупи их, чё ты не лупишь-то? Оп! Да, ты тоже какие-то смешные.
по своим что-то херачит. Так, все, поехали, поехали. Сейчас мы вот, отлично. Выход один на один, блядь. Ну давай, давай, блядь, не вратарь. Все, огонь. Да куда хоть ты, чего хоть ты делаешь-то? Да. Давай, самый главный, этот Никетсу Куниокун, давай. Да почему хоть вы меня не даете-то ничего сделать-то? Вот так вот, вот так. Вот так вот, гол. Вот мы снова ведем, мы снова ведем. Музыка уже перестала быть нервной, потому что мы ведем. Вот. Ах ты ж, ох, молодец, молодец у меня. Прям парнишка-то у меня молодец. А что такое было? Я же сейчас бахнул. Поехал-то. Во, у меня злой, злой, блядь, давай. Сейчас я тебе, сейчас во всем вам жопу-то надеру, давай. А, блядь, уже не злой. Не успели. Ну, это обычный, обычный удар. Что-то коронки есть, короче, очень сложно делать. Очень сложно. Еще, помимо того, что их сложно делать, еще попробуй-ка успей эту короночку-то сделать. Не, у нас вратарь-то отличный. Таких-то, такие маневры не пройдут. Ох ты, сука. Так, так, так. Куда? Что это такое там было? Ты... Я думал, он все сдох. Ну это тоже какая-то. Что-то какие-то коронки у нас не очень. Какие-то слабые коронки. У этих покруче будет. Хотя, конечно, может я что-то не знаю, или не помню, или что-то неправильно делаю. Может быть, может быть. Потому что тут как бы сложно сказать-то. Нет! Эх, ты ж... Ё-моё. Ну что, друзья, это было безумно весело. Я думаю, если вам понравился этот эпизод 8-бит, то мы, возможно, продолжим играть во всей серии Никетсу, потому что они безумно веселые и классные. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем пока, увидимся в игре.